Плохо это было. У меня до сих пор в ушах звенит. Ну что, очухались? Ага. Курчаев, Корбенюк, как ты? Все в порядке. Живые, товарищ лейтенант. Это главное. За мной! Живо! Курчаев, проверь. Есть. Вперед. На батарее никого, товарищ лейтенант. Последний. Не поспели выстрелить. Наверное, где остальные отступили. Давай через даму там ближе. За мной! До кольки ж их, мамочки. Что будем делать, товарищ лейтенант? Подождем. Чего ждать-то? Чтобы наших на заставе перебили? Спокойно, Рустам, спокойно. Я рад тебя видеть. Я тоже. Сколько же мы не виделись? Ота, что ты здесь делаешь? Я снимаю фильм для «Воскресной хроники». Мне сказали, что ты здесь, на дамбе. Я слышал, фюрер не пропускает ни одного твоего репортажа. Да, это так, я лучший. Я горжусь тобой. Спасибо, брат. Как твои дела? Отлично. Как долго собираешься здесь оставаться? Я должен восстановить движение через дамбу. Я думаю, на это уйдет неделя. Прекрасно, прекрасно. Ты сможешь помочь мне в работе над фильмом? Да, конечно. Никаких проблем. Спасибо. Господин капитан, серьезных повреждений на дамбе нет, но механизмы шлюза потребуют ремонта. Найдите хорошего специалиста из местных. Будет исполнено. Питер. Пожалуйста. Schöner Ansicht, Günther. Отличный вид, Гюнтер. Да, согласен. Было бы неплохо иметь здесь поместье. Сорвать бы эту дамбу. Для них это единственная переправа здесь. Ну что смотришь, гад? Мы еще встретимся. Хотите его сниму, товарищ лейтенант? Легко. Отставить. Ты думаешь, они нас так отпустят? Целые роты будут догонять. Не меньше. Уложат минуты за три.
Нас почуяли. Туар Берехрайт. Я ее собственными руками удавлю. Ага. Это тебе не тузик с подворотни. Почему лают собаки, Вурф? Давайте все вниз. Проверить окрестность. Уходим. Быстро, быстро. Поторопитесь. Уходим живо! Там она есть. Вперед, вперед. Пускайте собак. Уходим, уходим, живо! О! Что там происходит? Что же у них собаки такие злые, а? Псы, Кульчаев, злыми не рождаются. Их такими делают. Сильно болит? Прокусила, зараза. Ноет. Терпи. Ничего, доберемся до мельницы. Там сделаем привал. Как же такое могло случиться, товарищ лейтенант, что немцы так просто через нашу границу перешли? Мы для них нос. Что значит нос? Незначительный очаг сопротивления. Главные силы на таких, как мы, внимания не обращают. Те немцы такая неодолимая сила, товарищ лейтенант. Посмотрим. Нам бы только до заставы добраться, а там подойдут главные силы. Выбьем врага и погоним его от нашей границы. Товарищ лейтенант, гляньте. Старшина Дударев с батареи. Мать честная. Похоронить надо, не по-людски как-то. Нам нельзя останавливаться. Прости, старшина. За мной! Вперед!
Арменюк, помоги Рустаму. Добро. Как больно. Что с патронами? У меня нема. А у тебя, Рустам? Ни одного. У меня тоже. Осторожней, Михась. Что так тихо на застой, а? Почему не воюют? Спокойно. Разберемся. Меня тут один писарь из комендатуры балакал. Ничего, ничего, Рустам. Армия должна подойти через 3-4 дня. Это так, товарищ лейтенант? Теоретически, да. А на деле не знаю. Товарищ лейтенант, а помните, как я вас тут шукал? Когда это было? Еще до войны. Все, подъем. Уходим. За мной. Живей, живей! Не отставать! О! Ядю! Ядя! Где мои окуляры? Где мои очки? Я сейчас принесу. Вот им майонку я еще твой прадядок мажу. Это имение еще твой прадед строил. Инженеры из Варшавы запросили. Инженеры из самой Варшавы приглашал. Это я там працевал им. Я тоже там работал. Разом жечьми будовали. Вместе строили, вместе перестраивали. Так. Обшидавыще! Пригодились бумаги. Не чешься за бардзо, дядку. Мыслишь, ты больно не радуйся, дедушка. Думаешь, немцы и правду вернут имение? У немцев пожондок таки. Порядок у них такой. Он для них был завший на войне. А для немцев порядок самое главное. Да что они с мужчиной, и что то червоно. Ничего, мы заставим этих красных голодранцев вернуться на грабнины для последнего гроша. Не маешь сердца, дядку. У тебя нет сердца, дедушка. Я не мам сердца. Это у меня нет сердца. Они нас с тобой пожеловали. А нас с тобой они пожалели. Ты уж целком внучка. Ты уже совсем внучка, из-за этого русского свихнулась. Может, еще до Бога? Может, еще и вымолишь его у Господа Бога? Если будет треба, выблагам. Так, выблагам. Вымолю, дедушка, нет, обязательно вымолю. Не могу, я венцы нет, слуха, я больше не могу. Русским не хочу. Я больше слышать об этом русском не хочу. Нет его, нет, будь он не ладен.
Что ж это? Янцы! Ложись! Mein Gott! Unglaublich! Das ist so bildhaft! Ja. Bisher habe ich sowas nicht gesehen. Ja. Hervorragende Bilder. Einfach klasse. Der Krieg ist erst angefangen. So ein Angriff. Замечательно. Das ist so herrlich. Das ist unglaublich. Невозможно поверить. Sehr gute Leistung. Вот этот налет. Unsere Luftwaffe hat Наши летчики постарались на славу. Der Führer, kannst du Führer будет доволен. Echtes Настоящий эпос. Ничего интересного, Гюнтер. Поторопись, пора ехать. Я спешу, Гюнтер. У нас нет времени. Один момент, Отто. Я должен снять это для германской истории. Думаешь, цензура пропустит такие кадры? Надеюсь, да. Если нет, то фильм останется в моей коллекции. Ты коллекционируешь смерть? Почему нет? Посмотри, разве она не прекрасна? Я не знаю. Я не философ. Вурф? Вурф. Да, господин капитан. Мой брат считает, что смерть прекрасна. Что вы думаете об этом? Смерть – тетка злая, господин капитан. Вы уж поверьте мне. Если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть на тебя. Мы уезжаем. Смотрите, это ты еще живой. Осторожно. Это очень хорошо. Не стреляйте. Не стреляйте. Не стреляйте.
Sei vorsichtig. Нужно быть осторожным, Гюнтер. Выдри лицо. Danke. Спасибо. По машинам. Вурф. Проверьте, нет ли живых. Так точно. Осмотрите все вокруг. Быстрее. Смотрите внимательно. Раненых добить. Своей территории и драпаем. Мать твою санку. Что ж ты наделал, Рустам? В этом нашей вины нет. Война, Карпенюк, иначе бы все погибли. Нам бы только до своих добраться. Увидимся. Как все образуется, дам знать. Люблю тебя. Твой Иван. И что, подряд накрыли? Здесь уж тоже наверняка никого нет. Связь. Немецкая. Бежать надо, товарищ лейтенант. Нам боеприпасы добыть нужно. Как мы это зарубим? А вот так. Представьте, кольки тут их будет. А вот и поглядим. Давай наверх, живо! Ага.
Да, вот он, смотри, кабель, который мы ищем. Сигнала нет. Мы должны ехать наверх. Лейтенант! Едут! Быстро они! Сюда, живо! Товарищ лейтенант, я одна уже близко! Сколько их? Двое! Ну, двое! Это ерунда! Все, привал. На. Фляж консервом, мясо вроде.
На, ешь. Ешь, я сказал. Я не могу. Я не могу, товарищ лейтенант. Я не могу. Я не могу, товарищ лейтенант. Я не могу. Я не могу. Тихо, Мим, тихо. Тихо, успокойся. Тихо, это просто непривычки, такое бывает. Они не люди, они враги. А с врагами на войне разговор короткий. Войны без смерти не бывает, капитан. Ты вспомни, сколько они наших положили. Вспомни старшину Рустама, командира нашего, всю семью его. Всех ребят нас застали. Они все погибли ради нас с тобой, чтобы мы с тобой остались живы. И отомстили за них всем этим гадам. А для этого нам нужны силы, поэтому ешь, Карпенюк! Сержант Карпенюк, я приказываю есть. Я справлюсь, товарищ лейтенант. Вот что, Карпенюк, подождешь меня здесь. В случае чего прикроешь. Мне в деревню надо. Да я пойдете. Не могу я так уйти. Опасно. Знаю. А коли не вернетесь? Если не вернусь, пойдешь один. Доберешься до наших, доложишь, как тут все было. Все ясно? Ясно.
Что ты тут робишь? Что здесь делаешь? Где Хана? Не моя и ту. Нет ее здесь. Врешь, пан. Не бенда щепшет тобу спорядок. Я перед тобой отчитываться не стану. Скончилась ваша власть. Кончилась ваша власть советская. Немцы сейчас с вами... Немцы с вами сполна рассчитаются. За что? За что? За то, же ваши. За то, что ваши у Ханки мать отняли. А у меня дочь. Дьявольское отродье. Зря так, отец. Я чего? Какой я тебе отец? А если бы не война? Слушай. Я че Христом Богом молю. Оставь Ханну в покое. Не пара на тебе. Не пара. Позови ее, мне поговорить надо. Нет ее здесь. Уходи отсюда. Мне только попрощаться. И прощания твои ни к чему. Уходи, русский. Уходи. Еще раз появишься здесь. Убью. Убью. Пошел, стан. Пошел прочь. Я люблю ее. Ты с кем говорил? С неким. Ни с кем. Я слышала. Говорю тебе, никого не было. Он тут был. Он приходил, и ты прогнал его. На меня голос не повышай. Эту дурь из башки выбрось. Постой, погоди. Я тебя прошу, опомнись. Внучка, опомнись. Все равно не сегодня, а завтра этого русского убьют. Кого еще черт несет? Ясик, открывай ворота. Уже иду, пан Войцех. Пан Бельский? Так, я. Да, я. Кажется, вы участвовали в строительстве дамбы. Так, да, господин капитан. Als Hauptingenieur. И были там инженером? Так. Да. Мне нужна ваша помощь. Прошу вас, входите. Пожалуйста, входите. Прошу. Пожалуйста. То моя это моя внучка, Ханка. Шепрашим, извините, господин капитан, она немного рассеяна. Иди в дом. Не зразумишь, что ей в не поймешь, что ей кружит голову. Приближающийся дождь или мечте о красивом принце. Так. Прошу. Ну, прошу вас. Прошу.
Woher tauchte er auf? Ein Offizier, gute Beute. Eine Überraschung für Herr Hauptmann. Halt, zurück! Waffe niederlegen! Hände hoch! Waffe nieder! Er will nicht aufgeben. Карпенюк, уходи, Hans, это приказ! Aufstehen! Los! Steh auf, Schwein! Los, beweg dich! Los, los! Wollt ihr noch was? Gib ihm einen Arschtritt, Kurt! Russisches Mistwehr! Er will noch kämpfen! Wohin sollen wir ihn? Los, zum los! Wollt ihr noch was? Gib ihm einen Arschtritt, Kurt! Russisches Mistwehr! Er will noch kämpfen! Мам, надеюсь, Женя, я надеюсь, вы не побрезгуете нашим шнапсом, господин капитан. Мы делаем его сами. Пан капитан, своими руками делаем. Пан Бельский понимает по-немецки? Да. Ваша внучка, господин Бельский, не слишком похожа на обычную крестьянку. За вас. Откуда вы родом? Ваша правда. Ваша правда, мы родом из Гданьска. Данцик. Przepraszam bardzo. Простите, господин капитан. Przepraszam, panie kapitanie. Конечно, Данцик. Мы уехали оттуда в 39-м, когда ваши линкоры открыли по городу пальбу. Потом упадла Варшава. Мы приехали сюда, у нас было небольшое имение. Потом пришли красные и выгнали нас. И вот мы здесь. Моя жена была уроженка Данцига. Так. Где она? Жена? Где она? Она погибла. В том же 39-м. Понимаю. Мы с Гюнтером тоже из Данцига. Да. Да, у нас был большой дом. На Липовой улице с садом. Но в этом доме мы не были счастливы. Жизнь полна несправедливостей. Это верно. Ваше здоровье, пани Ханна. Твое здоровье. Мы должны идти. Большое спасибо, извините, но у нас очень много дел. Спасибо. Милая девушка. Да, она прекрасна, но ты должен быть осторожным. Почему? Не знаю. Пан Бельский. Я приглашаю вас завтра к себе на ужин. И вашу внучку тоже. Спасибо. И отказа я не приму. Вы меня понимаете. Я расположился в вашем имении. Я понимаю. Насколько я знаю, господин капитан, германское командование собирается вернуть собственность законным владельцам. Несомненно. В таком разе Бендел служил. В таком случае я готов служить вам не за страх, а за совесть. Вот и обсудим это завтра. А пока приступайте к вашим обязанностям на дамбе. Все будет сделано. От неба и до дна.
тебе.